Всем доброго утра, 25 августа, воскресенье. Мои дорогие друзья, мы рады, что мы живы и проснулись. И я занимаюсь, вооружилась молотком, перчатками. Немножко воды оставила, сейчас буду мыть, и чтобы немножко вода зашла, вот эти вот, чтобы эти шпалы поубирались. Все, летний сезон закрыт, по крайней мере в бассейне. В августе ни разу не зашли. Был, в общем, 21 июля мы были последний раз в бассейне. Вот так вот. Жара страшная. И было некогда. Верочка, обратите внимание. Смотрите, она такая потешная. Я вот все, что оставалось, видите, поналивала, чтобы она могла спокойно брехаться. Ну, Вера, как истинная хозяйка, охотница за водой. Мне надо срочно, да, мама? Срочно. Черешню. Давай, пока я. Яблони. Фу, я так настучала что-то, что это просто. Помидоры надо вылить. И помидорчики надо с меня собрать, вот этот горох весь. Сегодня я сейчас рыбку пожарю, занимаюсь этими делами сегодня я. Вот, девочки, я вышла к вам ненадолго. Сказать, что мы все живы, здоровы. Знаете как, не так страшен он, как его рисуют. Вот, конечно, я в таком виде, конечно, вон, видите, смотрите. На мне челма. Нет, я не... Ну, короче, вы все поняли. Степа тоже покупанный. Степушка, иди сюда, зайка. Степушка, иди сюда. Иди сюда, маленький. Вот это 7 утра такая жарища. Иди сюда, покупанный мой, покупанный. Мой мальчик, чистенький, да. Скажи привет. Ай, не надо же мне, блин, пузо поцарапал. Ой, ну как ты царапаешься? Не, ну если я еще буду тебя в салон красоты водить, ногти подстригать, то это будет вообще чересчур. Худенький такой, худенький, жарко, худенький. Ой, девочки. Сейчас вот это все уберу. Вот. Верочка живая, все с ней хорошо. Мама, тебе все с тобой все хорошо? Все хорошо. Все хорошо. Да, девочки. Я сейчас быстренько вам в пару слов. Пару слов. Фух. Да. Видите, ну не мама руками носит, ну что я могу сделать? Ну, в общем, я тоже при делах. Вид мой. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, если вы меня сегодня в этом видео не увидите. Ничего страшного. Я и так часто очень появляюсь. В общем, рассказываю. Вы пока смотрите, любуйтесь природой, я вам рассказываю. Я вчера выпускала маску. Приготовила все, маску для волос, для лица, все это самое. Говорю, мама, давай там переодень чистенький халатик и давай повеселим публику, устроим с тобой шоу. Ну, вы же понимаете, да, девочки, что у меня маски, это почти как я делаю маленькое шоу, представление. И, кстати, вы меня поддерживаете, и новенькие приходят. Ох, какая женщина, ваш позитив нас заряжает. Не так маски, как позитив. В общем, Вера мне говорит, сейчас я приму душ и, короче, пойду, приду к тебе. Нету, мам, время идет, с утра у меня много дел, надо снять. Она говорит, Наташ, что-то, говорит, мне так не очень хорошо. Можно, говорит, я сегодня пропущу, она мне говорит. Один раз снялась в масках. Я говорю, ну ладно, раз тебе не очень хорошо, ты без, говорю, без настроения. У нее характер, девочки, такой характер. И молчит. Ничего не говорит мне, понимаете? Вот, я ж, в общем, намазала волосы, намазала морду лица, все намазала. И когда Люда мне говорит, мама, поставь бабушке вентилятор, ей жарко. Думаю, 8 утра, жарко, ну пойду поставлю. Когда смотрю, девчата, губы синие, и десна вот так вот сжались. Я говорю, мама, что с тобой? Не знаю. В общем, она мне рассказывает. Она пошла выносить мусор, а там у соседей прекрасный розовый виноград. Она нарвала ведро, помыла этот... Извините. Ой, девочки, извините, пожалуйста. Нарвала этого розового винограда, помыла себе пиалочку, съела виноградик с утра на голодный желудок. Я же этого всего не вижу, девочки. У нее же кишки-то промытые после операции. Ну и что, что прошло 4 года? Все равно. Вот 4 года будет. Да, вот уже было, да, было. 4,5 года прошло. Короче, девчата. Потом она супика
И полирнулась горячим супиком. Я только-только супик сварила. Вот там маску делаю, снимаю, супик варю, короче, мотаюсь, да? Девочки, ну, как всегда, частный сектор. Работы полно. Что вы думаете? А тут же не рассказывает. Я говорю, мама, ты что, ты много винограда съела? Да нет, и показывает мысочку. Действительно, нет, немного. Слава богу, косточки выплевывала, шкурки не ела. Ну, думаю, слава богу. Вот, девочки, короче говоря, я ей даю соду, погашенную уксусом. И думаю, сейчас пойдет отрыжка, заработает желудок. Девочки, уже я маску смыла, уже голову помыла. Конец видео еще не сняла. И вот там в конце видео я, видите, держусь на позитиве, что я такая счастливая, так мне хорошо. Я такая веселая, я это с трудом сыграла. В общем, это где-то было уже около 12 часов. А я начала снимать 7:30. Короче говоря, нету отрыжки, ничего у нее нету, девчата. Ей плохо, губы синеют. Я говорю так, Люда, сразу, Люда резкая такая девушка. Ой, сейчас поезд пройдет, сейчас, девочки, секундочку. В общем, она говорит, скорую помощи нет, и все, прямо просится, прямо. Я говорю, мам, я даю тебе 30 минут. Если не заработает желудок, вызываем скорую помощь. Девочки, ну мне тоже ее жалко, она же тоже не хочет сразу под нож. Жалко женщину. Мы тогда, как она мне, я вам рассказывала, как мне заведующая отделением, через плечо, ну готовьтесь, откуда мы знаем, что с ней. Сначала надо разрезать, если что, зашьем и заберете. Вот таким тоном со мной разговаривали. Типа все, да? Ну, короче, ужас. Думаю, я и моя психика, и вера, и, короче, девочки, у меня вся жизнь пронеслась за эти 30 минут. Когда извините, что такие подробности рассказываю, просто вот хочу свою эмоцию передать. Вот как я вчера это все перенесла. Я уже молчу о Вере. Короче, я ее уже и посадила, я ее переодела, я ее водичкой обтерла. Вентилятор на нее выключил, ее начала морозить, колбасить. Вот, панкреатин дала, потом Люда какие-то дала еще таблетки, когда там, где хорошо все переваривается быстро, я не помню название. Вот, я говорю, мама, все, уже готовлю, короче, я вещи. Начну рубашку, трусики, лифчики, носочки на нее надела. Сейчас, думаю, скорая приедет, по-любому нас заберут. Сама уже пошла за халатиком. В общем, собираюсь. Девочки, это уже 2-й час, да, идет ее болезнь. Видео я еще не досняла маски. А вот, и, короче говоря, говорю, мама, ну давай ты сейчас ляжь и расслабься. Ручки расставь и ножки расставь. А я сейчас прощупаю твой живот. Потому что он, девочки, она говорит, что ничего не болит. Просто вот стоит. Тошнит, дышать не может, мы с ней и дышали, и упражнения делали. И, девочки, я начала ей живот прощупывать, и нащупала поджелудочную. И чуть-чуть надавила. Так, чуть-чуть. Она, ой, я говорю, так, все, мам, скорая. Как хочешь, девочки, откуда я знаю, что мужик селезенка, мужик камни там, где в желчном. Я же не знаю, понимаете. Надо срочно что-то решать, немедленно. Тем более, сейчас такое время, мы же никогда скорую не вызываем. И, короче, как раз халатики я готовлю. А на всякий случай, думаю, сейчас еще дам соду с уксусом. Думаю, ну еще раз дам. Потому что 2 раза отрыжка... Ой, это ж... Извините, хожу по огороду. Потому что 2 раза отрыжка была, да? В общем, девчонки, мыска стоит рядом. Я ей даю, проходит еще 5 минут. И я говорю, все, мама, ничего не получается. Она уже, девочки, дышать не может. Мне руки трусятся, а Люда, она как зверь, все, уже звонит, короче говоря. И тут, девочки, фонтан с нее вышел в мыску, да? В общем, как правильно сказать? Рвота. Еще раз прошу прощения за такие подробности, девочки. Просто мама вчера дала нам прикурить. Девочки, короче, мы повыскакивали с Людой, ну, естественно, повыскакивали. Какая Вера молодец, она же вот это свои дела все поделала. Все встала, все убрала. Я говорю, мам, можно заходить, я жду. А я маску одела на лицо, чтобы все поубирать. Она же не позволила даже нам убрать. Все она поубирала. А коты возле нее бегут, рвутся. Степа рвется, не могут понять. Они чувствуют. И тут Степа к ней забегает. И Вера как засмеется. Ой, Степа, фу, мы такие, слава Богу. Слава Богу. В общем, я вчера ее привязала к дивану. Говорю, кушать ты не будешь сегодня ничего. Когда ты захочешь сильно уже кушать, говори мне. Не разрешила я ей вчера кушать.
И в час ночи она мне разбудила: Наташа, я мне даже его до утра сильно хочу есть. И я быстро, девочки, за 3 секунды ночью бульон ей с курочки, с сухариками. Она выпила, и все. И до утра заснула, и вот, смотрите, ходит, уже пашет. В общем, мы сделали вывод. Поджелудочная у нее. На голодный желудок съела винограда, полирнула с горячим супом. Понимаете? И вот такие были дела. И я вот это... А я ж, это самое, уже когда все у них с ней благополучно, я так разнервничалась. Думаю, ну, надо же видео доснять. И вот это играла радость. Смотрите, какие волосы, смотрите, какая красивая. Девочки. Вот жизнь, да? И вот есть люди, которые бывают судят все по видео. А в жизни совсем все по-другому. Все ж по-другому. Знаете, как есть красивая картинка, а не смачноюшка, да? Красивый суп, а не смачноюшка. Как там в народе говорят? В общем, Верочка вчера очень напугала сильно. Она мне напомнила тот момент, когда ее оперировали. Тоже нет, нет, скорую нет. Мы же, конечно, уже ее не слушаем. Ой, я вам тут настрочила. Да ну просто... Я, правда, очень сильно перенервничала, и Люда перенервничала. А как она на нас смотрела потом... Она с такой, знаете, так на нас смотрит, поглядывает. Так интересно, что мы испугались. Она что думает, что нам нету дела до нее? Просто каждый занят своим делом. Ну, мне уже 100, Людочке 30-ник, да, ей 70 с чем-то. Вот. И каждый своим делом. Мы же не будем целоваться, обниматься. Она думала, что мы к ней там как-то холодно относимся. Я вчера говорю: мама, ты так больше, пожалуйста, не поступай. Не хочешь о себе думать, подумай обо мне. Ну, как я буду, говорю, ты что? А как я буду дальше? Ну, смотри, как я буду жить? Я же жить не смогу. А она так, знаете, улыбается. Я вчера очень сильно испугалась. Челюсть сцепилась, губы посинели. Ну, уходит женщина, уходит. И не слушается. Я говорю: мам, может, давай, говорю, 2 пальца? Не. Так, еще раз. Вот видите, что я за человек странный какой-то. Вечно прошу у вас извинения. Ну, я просто знаю, что есть очень близкие мои подписчики, которые хорошо знают Веру, которую любят, которую уважают, и которым не безразлично и судьба ее, и ее здоровье, да и наша. Ну, а тех, кто, девочки, может, извините, пожалуйста, что я вас напрягла, и вы должны были это все слушать. Берегите, пожалуйста, своих родителей, берегите, пожалуйста, своих детей. Вчера был очень тяжелый у нас день, походу, и мы ждали все бурной ночи. Слава Богу, девочки, слава Богу, какой-то... Я, девочки, имею в виду за тут, где я живу, да, где я живу. Честно говоря, я новости там были у нас... Можно я опущу? Все вы знаете, я не хочу оглашать эти новости. Все вы знаете, да, в Телеграме читали. Давайте это опустим. Сестричка вчера позвонила мне. Мужа ж забрали уже, как 2 недели. Девочки, все очень плохо. Все очень плохо. Радостного мало. Мужчине 56 лет. Идет нагрузка, как у молодых ребят. Никакой ни жалости, никакого сочувствия. Здоровый, нездоровый. Все, защищай, беги, бросай, работай. Очень большая, огромная физическая нагрузка. А я говорю Свете: Света, ну, сейчас нагрузка, зато останется живой. Научится. Ой, я такие вещи говорю, какой-то кошмар. Так что вот такие дела. Мои хорошие, еще с вами увидимся. Всего вам доброго. Вот, я пошла, да, убираю бассейн. Я как раз с вами переговорила, отдохнула и пошла дальше во свояси. Целую, обнимаю. Всем огромное спасибо, что оценили мой труд, что улыбнулись, что позитив какой-то я, какую-то мотивацию. Очень много новеньких, новенькие девочки. Спасибо большое вам. Спасибо вам огромное, что вы заходите не только на маски, а и на влоги. И вам тоже уже не безразлично, как тут живет украинка.
Потом расскажу еще за Люду, но это в следующем видео уже покажу картинки и кадры. Всем мира, всем добра, еще увидимся.